То, что для детей игра по-научному называется профилактика и лечение нервной системы и органов чувств. Занятия в сенсорной комнате и множество других – музыка, гимнастика, рисование, лечебной физкультуры. В детском саду «Василек» применяются самые эффективные методики. Дошкольное учреждение работает по инклюзивной системе. Это означает, что вместе со здоровыми ребятишками в группе находятся и особенные малыши, которые к выпуску уже почти ничем не отличаются от своих сверстников и могут дальше учиться с ними наравне. Таков результат реализации проекта «Инклюзия. Равное право для всех». У нас был пример, допустим, девочка даун, да, сейчас девочка учится в обычной школе, да, то есть ходит на какие-то определенные кружки. У нас работают логопеды, психологи, то есть, ну, вот благодаря нашим специалистам мы достигаем таких высоких результатов. Значит, детки, которые поступают у нас с каким-то диагнозом, да, по окончанию нашего детского сада диагноз этот, ну, снимается. Результат получил оценку на российском уровне. Детский сад стал победителем в национальном конкурсе социальных предпринимателей «На встречу переменам 2015». Всего в конкурсе приняли участие 400 предпринимателей со всей России. Генеральный партнер компании «Теле2» учредила приз победителю – грант в размере 1 000 000 рублей. Средства будут вложены в открытие детского центра. Его работу станет отслеживать специально назначенный куратор. Мне назначается наставник из региональной бизнес-элиты, там, либо успешных людей региона, которые будут курировать и сопровождать мой проект. Проект мы также у нас продолжается, «Инклюзия. Равное право для всех». Только мы его немножко расширили. Мы планируем организовать детский центр, который предполагает не только дошкольное образование, но и дополнительное, то есть секции, кружки, ну и, конечно же, преемственность, детский сад, школа. Куратор на этой неделе приедет из Москвы. Он поможет в составлении программы первоначальных действий по открытию центра. Пока же участники проекта самостоятельно подыскивают подходящее помещение. Туяна Немаева, Александр Мокин. Новости сейчас.